Слава Господу! Чудесные слова, которые, может, мы привыкли говорить по привычке, но жизнь наша продолжается, и что Бог влаживает в наше сердце, поклониться Ему и воздать Ему славу и благодарение, ибо Он достоин этой славы, Он достоин этого поклонения. Сегодня многие люди, кто бы хотели прийти в Дом Божий, не смогли прийти. Нам Бог дал такую возможность. Кто-то хотел бы что-то поправить в своей жизни, но время прошло, уже ничего не изменишь. Но сегодня мы всегда говорим «Слава Господу», потому что Он есть Господин нашей жизни, потому что Он тот, который дал нам родиться на этой земле, привел к покаянию, привел в церковь и устрояет шаги наши здесь, чтобы однажды нас ввести в свое небесное царство, за что слава Ему и благодарение. Никто не думает о нас больше, чем Он. Никто печется о нашем спасении больше, чем мы даже так не думаем о себе, как Он думает о нас. За что благодарение Ему всемогущему и сильному Богу. И сегодня Господь собирает нас, и многих собирает в домах молитвы, в церквях, для того, чтобы люди могли слышать Слово Божье и, исправляя свою жизнь, что-то поправляя в ней, двигаться дальше. Сегодня Господь по своей великой любви и милости хочет говорить к нашим сердцам, за что Ему благодарение. И сегодня мы собрались на этом месте, такие разные, такие непохожие. И как-то я вот подумал недавно, да, совсем, что я в церкви уже больше 30 лет. И вот так вот смотрю, и Бог очень часто говорит на одни темы, и вот долго-долго, и повторяется, и повторяется, и повторяется. Я так подумал: Господи, а какие мы твердолобые, чтобы, ходя в церковь, тебе нужно вот так потихоньку-потихоньку достигать сердец народа. А ведь других тем фактически нет, правда? Живи чисто, свято, ходи правильно, исполняйся Духом Святым, и будет тебе хорошо, правда? Вот других тем фактически нет. Но столько лет мы ходим в Дом Божий, и Бог по милости Своей хочет достигать наших сердец. И может в этом собрании чуть-чуть чего-то, какой-то штрих нашего сердца поменяется. В следующем и на процессе нашей жизни, зная, что очень часто наша шея бывает упертой, упрямой, у нас бывают свои мнения, свои взгляды, Господь по жизни хочет достигнуть самого главного, чтобы мы с вами могли спастись. Что мы могли бы достигнуть спасения и жизни вечной. Когда мы живем, когда Бог дал нам покаяние, Господь простил все наши грехи, которые мы делали, простил Бог. И это однозначно. И кажется: Господи, вот забирай, вот я, спасенный, готовый, раз на небо. Нет, живем здесь. И мы, живя на этой земле, Бог учит нас, чтобы однажды было сердце, как у Иисуса Христа, который, живя среди зла, мог избирать доброе, сознательно делать выбор в своей жизни. Дух наш искуплен, духом мы имеем общение с Богом, но во плоти живет грех. Плоть наша не искуплена, болеет, страдает, стареет, она идет к смерти, и она всегда, Писание об этом говорит, оно всегда будет противиться Духу. Каждый день нашей жизни будет проявляться что-то такое. И вот Господь, ведя нас по этой жизни, научает нас, чтобы мы сознательно, с удовольствием могли выбирать то, что Богу нравится. Не то, что плоть закомандовала, не то, что двигается в нашем характере, но то, что Бог хочет, чтобы мы сознательно выбирали добро. Сознательно были Ему послушны. Смотрите, Адам и Ева сознательно были непослушны. Они сознательно не признали своей вины. Они сознательно виноватили кого-то в своей проблеме. Так вот, Господь делает наше сердце таким, чтобы мы сознательно себя виноватили. Чтобы мы сознательно выбирали волю Божью, чтобы нам было хорошо. В понедельник был праздник Преображения. И вот вернусь немножко туда.
И вы помните все событие, которое было там, на горе Преображения, когда Он взял этих учеников с собой, когда они уснули, и Он общался с небожителями, преобразился. Когда проснулись они, и Петр сказал такие интересные слова: «Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи». Но уже не хотели, чтобы эти небожители не уходили. Но пред этим событием Господь сказал: «Вот вы не умрете, но увидите Царствие Божие, явленное в силе». Сила Царствия Божия оказалась в том, что Петру и с ним было хорошо. Сердце было наполнено божественным миром и утешением, божественной радостью вот этого хорошо, которого однажды лишился Адам и Ева. Вот этого хорошо по полноты Божьего присутствия, которое лишаются все грешники, живущие на этой земле. И вот явился голос Божий, который сказал им из этого облака светлого, и сказал им такие слова: «Его, это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте, благословенно имя Господне». Какую великую милость Господь подарил для нас. Чтобы нам было хорошо, есть только одно условие – Его слушайте. Однажды Господь сказал, что не придет Царствие Божие приметным образом, вот оно внутри вас есть. И вот это хорошо, когда мы покаялись, когда пришла полнота Божьего мира, когда мы преклоняли свои колени, мы переживали Божье присутствие, когда мы плакали и рассказывали все свои внутренние переживания, и мы понимали, что мы Бога держим за ризы. Нам было так хорошо в Божьем прикосновении, Царствие Божье, праведность, мир и радость, восторг, оно приходило в нашу жизнь. Но мы идем по жизни дальше. И потом приходишь, что-то мир уходит, настроение меняется, какие-то трудности, переживания. Люди говорят: борьба, кто-то споткнулся, кто-то упал. Но Писание научает нас: Его слушайте. Для чего? Чтобы вернуться к тому, что было хорошо. Чтобы вернуться в Царствие Божие, чтобы было хорошо. Чтобы наполниться миром и утешением. Сегодня весь мир лежит во зле. Не найдешь кусочка земли, где бы зла не было. Написано: весь мир. Там, где идет война, зло, зло. Там, где мир и тишина, есть зло. Сколько достаточно? Очень много этого зла. Зло поработило землю. И оно хочет, чтобы вот это зло, оно наполняло наши с вами сердца. Но Господь говорит: желание Божье какое? Воля Божья какая? Писание говорит, что воля Божья есть освящение ваше. То есть наша жизнь – это не только покаялся и все у тебя хорошо, аллилуйя, слава Богу. Но против церкви воздвигнут вал, как мы поем. Она крепость в кольце блокады. Сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада? Кто-то сказал такой один прообраз, что не страшно кораблю плавать по воде. Страшно кораблю, когда вода внутри корабля. Большая проблема возникает тогда, когда мир, из которого Бог хочет нас вывести, он начинает захватывать наше сердце. Он хочет поглотить это сердце. И один из епископов, бывший наш Николай Яковлевич, говорил такие слова, которые однажды я положил в свое сердце. Если в твоем сердце не стало мира и радости, посмотри, где-то нарушено Слово Божье. Где-то нарушена та благодать, и Дух Святой не может согласиться вопреки Слову Божьему в твоей или моей жизни. Этого просто не может быть. Если нет мира, посмотри, где-то есть нарушение Священного Писания. И вот Царствие Божие, которое Господь строит здесь, и которое Он хочет, чтобы мы прислушались к Его советам, могли двигаться по этой жизни, вникать тому, что здесь написано. Писание говорит и научает каждого из нас, что жизнь на земле, она кратковременна. Сегодня братья меня поздравляли с днем рождения, оно было немножко раньше, и я сам все подумал. Когда-то я был 20-летним юношей, который познакомился с Богом. Прошло время, и мое приближение к Господу становится ближе и ближе. Граница, когда Бог однажды позовет и скажет: хватит жить на этой земле, становится ближе. Я сам себе думал: Господи, что я буду тебе говорить?
большой вопрос. Что я ему скажу? Как жил, как служил, исполнял ли ты волю его? И это важно. Кому ты хотел понравиться, людям или Богу? Какие приоритеты составил? Что было важно для тебя? Кто стоял во главе твоей жизни? Готов ли бы ты каяться, когда Бог обличал тебя, или ты, как Адам и Ева, на кого-то показывал пальцем, что вот они такие, а я хороший? Сегодня Господь осматривает свою церковь. И Писание говорит, что в последние времена будут тяжкие, в последнее время времена будут тяжкие. И там написано, что люди какие будут. Какие будут люди? Я хочу прочитать одно место из Священного Писания и немножко порассуждать. Когда мы читаем притчи, и там написано о премудрости, и там мудрость говорит, что я вот поставила столбы, вина поставила, и сказал такие слова: кто не разумен, приходи и пей. И когда мы читаем дальше, мы понимаем, что за этой личностью премудрости и мудростью, которая была там, это личность Иисуса Христа. Написано, что она творила все. Писание говорит, что Бог сотворил все через Иисуса Христа. И вот Господь через слова премудрости и мудрости говорит сегодня каждому из нас. Притчи, 8 глава, с 12 стиха. «Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господен ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Благословенное имя Господне». Страх Господень. Начало мудрости – страх Господень. И вот тут премудрость говорит, что страх Господень – это ненавидеть зло. И дальше написано, что такое зло. Мы иногда понимаем, что зло – это злой человек. Это какие-то неправильные поступки, а вот здесь Священное Писание показывает, что такое зло. И самое первое зло, которое Бог ненавидит, понимаете, не терпит, не жалеет, ненавидит. И это только пару мест в Священном Писании, где Господь говорит, что я вот это ненавижу. Это его сердце, это его желание, это его характер, это его взгляды и понимание. И мы, как те, которых Бог искупил, мы должны, чтобы нам было хорошо, быть послушны тому, чему Он нас учит. И Он говорит, чего ненавидит? Гордость в любом проявлении, высокомерие, когда у тебя мера очень высокая кому-то или по отношению к кому-то. Злой путь, когда ты избрал и двигаешься во зле, и не хочешь останавливаться. И коварные уста. Я ненавижу. Сегодня Господь направляет ваше и мое сердце к тому, чтобы нам, наблюдая за своим сердцем, ища Царствие Небесное, чтобы нам было хорошо. Наблюдать за тем, не проявляется ли в моей жизни то, чего Богу не нравится, с тем, что Он никогда не согласится, но я это сохраняю и оставляю в себя. Есть в притчах, в 6 главе, очень похоже, но более расширенное рассказано то, чего Бог ненавидит. 6 глава притч, 16 стиха, вот 6. «Что ненавидит Господь? Даже 7, что мерзость в душе Его, и глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Дорогая Церковь Господня, как нарисован мир сегодня вот в этих стихах Священного Писания? Это характеристика мирского человека. Это характеристика того, кто живет в мире и чем мир живет. Господь говорит, что у него не водворится злой. Человек, который склонен к злобе, к злости, никогда не войдет в Царствие Небесное. У него этого не получится. Сегодня весь мир строится на гордости, на каких-то неправильных отношениях. Да, сегодня мы с вами не воюем, не проливаем кровь. Но Священное Писание говорит очень интересные слова.
Кто гневается на брата своего напрасно, тот кто? Человека-убийца. Очень часто бывает на молитвенной группе молимся, и Господь говорит, руки в крови. А что у тебя в крови? Воевал? Нет. А чего? Может, кого-то на аборт подтолкнул или аборт делал? Ну, тоже нет. Вроде все хорошо. А что? Злился на кого-то гневался так, что если бы не закон или какие-то органы, то готов был бы и применить какое-то средство. А Бог смотрит на сердце и говорит, а ты у тебя руки в крови, ты человека, убийство. Есть люди, которые так быстро бегут на какое-то зло, им так это интересно. Сегодня не надо далеко ходить. Сегодня в карманах у нас информационное поле, разговоры какие-то, сколько бывает там злости, лжи, неправды. Бог смотрит и наблюдает за каждым из нас. Сегодня мудрость говорит нашему сердцу. Сегодня мудрость направляет наш взгляд на самого себя. Мы любим на кого-то посмотреть, а Бог говорит неправильно. Господь говорит, на себя смотри, в себя вникай, себя исследуй внимательно, за собой смотри, какие твои дела или какие твои поступки, что у тебя внутри происходит, есть ли то, что Бог ненавидит и с чем Бог тебя не возьмет в Царство Небесное. Сегодня так модно и приятно говорить, Бог так всех любит, Бог так хочет всех утешить, правда? Это правда. Бог милующий, добрый, любящий, желающий утешать и желающий прощать. Но кого? На кого я презрю, Господь говорит? На того, кто трепещет пред Словом Моим. Кто говорит, Господи, я прочитал вот это Священное Писание и нашел, что во мне есть злые слова. И это не сквернословие. Это о ком-то ты говоришь просто злым языком. Ты кого-то не принимаешь, братья и сестры. Как Бог трепетно относится к нашим взаимоотношениям в церкви? Очень давно, когда еще дети мои были маленькие, Господь меня очень многому учил через них. И когда они между собой не ладили, мне было так неприятно. А потом Господь говорит, посмотри, говорит, когда мои дети не ладят и не любят друг друга, как мне неприятно. Писание говорит, почему узнают, что мы Христовы? Чтобы иметь любовь между собой. Что разрушает любовь? Зло, которое живет на этой земле. Мы не можем подражать этому миру. Мы не можем быть, как этот мир. Мы не можем поступать, как поступает он. Почему Богу это не нравится? Если Богу не нравится, то Дух Святой, живущий в моем сердце, никогда не даст мне исполниться Духом Святым. Давайте каждый посмотрим, каждый в себя. Как давно я дома, сам. Да, когда церковь молится, возвышает голос в костре, поленья легко горят, даже сырые загораются, это хорошо. Но когда я дома, сам, в умилении своего сердца переживал Божье присутствие и плакал не потому, что меня обидели, не потому, что мне горько и тяжело в моей жизни, но плакал от счастья, что руки Божьи прикоснулись к моему сердцу. Как я плакал от Твоего прикосновения Божия, от того, что Он называет меня своими. И как в том старом псалме струн души рука Христа касается, и она восторженно поет. Давно ли это было? Наши отношения с Богом выстраиваются не только в собрании, а дома один на один, когда я преклоняю свои колени. Если в твоем и моем сердце перестало желание искать этого Божьего присутствия, искать молитвенных отношений с Ним, то, может, просто возникает вопрос, а не плотской ли я христианин? А не стал ли я просто религиозным, живущим по плоти, по религиозным правилам, которые в нашей церкви приняты? Описание говорит, Царствие Божие не пища, не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Есть такой старый псалом «Радость». Почему ее не видно тем, кому навек она дана? Куда она пропадает? А может, просто потому, что что-то мирское, может потому, что вот Бог ненавидит, а мне это понравилось, и я не хочу этого отпускать в своей жизни. И не будет радости, не будет утешения, не будет благословения. Сегодня сколько, я только сам знаю пару примеров, когда люди перестали общаться только в церкви,
но только потому, что искали справедливости. В своих глазах они были правы, была справедливость, перестали иметь отношения друг с другом, ходя в одно собрание, но раньше были дружны. Почему? А потому что пришло зло, которое Бог ненавидит. Для тебя нужна справедливость, а Богу нужна милость. А Бог любит миловать. А у тебя какое сердце, жаждущее справедливости, чтобы было вот так и так и так. Но твоя справедливость и твоя праведность, как запачканная одежда. И Бог говорит, не судите прежде времени. Вот никак. Это Его решение, Его направление каждому из нас. Сегодня злой путь и коварные уста. Господь говорит, я ненавижу. Мудрость взывает, мудрость приглашает. Мудрость чего-то просит. Мудрость говорит, придите, научитесь, неразумные. Как часто мы бываем мудры в своих глазах. Ой, пастор не так, это не то, служителя не так. Да, к сожалению, несовершенный я человек, я это признаю. Да, сожалевая, бывает, плачу и каюсь. Господи, как далек я от того планки, которую поднимаешь ты. Но есть кровь Христа, омывающая и прощающая каждого из нас. И все выходящие на эту, за эту кафедру, и все сидящие там, это несовершенные люди, которым нужна милость Божия и нужна кровь Христа. Но Господь сегодня, в эти последние времена, последнее время, Он обетовал великое действие в наших служениях, Он обещал великое действие Божьей благодати. Но Ему нужна церковь приготовленная, церковь, которая наблюдает за своим сердцем. В 44-м псалме есть такое замечательное место, где есть такие слова, что вся слава чери царя внутри ее, внутри, в сердце. Бог осматривает нас сегодня, Он смотрит нашу жизнь, Он наблюдает за нашими мыслями. Помните, есть такое место в Священном Писании, что какие мысли Его, таков Он и есть. Бог нас оценивает по нашим мыслям, какие они. Может быть, такие, что Бог ненавидит, а ты так и гоняешь эти мысли, ты согласен с ними. Бог говорит, ненавижу эти мысли, ненавижу эти желания, а ты готов их принимать. И потом сам себя оправдываешь. Бог поместил нас в церковь. Бог дал нам общаться на этом месте. И у Него есть план каждому из нас. Когда-то в детстве, очень давно, я попал в Абхазию. И что интересное, там пляжи, там не песок, там камешки. Все пляжи в камешках. Но дети бегают по этим камням. Они такие гладкие, круглые. Этот прибой, который ходит, он постоянно эти камни переворачивает. Они трутся между собой через воду. Они гладенькие, кругленькие, и о них не поранишься. Нечто похожее. Может быть, издалека Бог делает в нашей жизни Духом Святым. Он допускает какие-то обстоятельства в нашей жизни, и мы трёмся, перетираемся друг от друга. Для чего, братья и сестры? Чтобы нам быть без углов, чтобы нам быть гладкими, чтобы заметить, что я обиделся, говорить, Господи, я обиделся, у меня в моем сердце есть гордость и обида, меня прости. А другой станет перед Богом и скажет, Господи, я смог обидеть. Я смог сказать неправильные слова, меня прости, брат, сестра, и ты, Господи, прости меня, ты помолись за меня, брат и сестра. Бог допускает, чтобы нас приготовить всех к святой вечности. Это чудесная работа Божья в нашей жизни. И смотрите потом, что происходит в нашей жизни. У Иакова написаны такие замечательные слова. И мудрость приходит. И характеристика Божьей мудрости в нашей жизни – но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Божий мир, который согласен сохранить при любых обстоятельствах, каяться, каяться, виноват, виноват, и приходит Божий мир, Божье устроение в жизнь человека. Сегодня во времена интернета столько много проповедников. Я хочу вам дать один совет. Если вы у проповедника не видите вот этой Божьей мудрости,
чистой, скромной, кроткой не слушайте дерзких проповедников, наглых проповедников не слушайте. Те, которые дерзки какие-то, или, может быть, недерзновенно дерзки, обычно не от того духа проповедуются. Однажды Господь сказал такие слова, помните, в Откровении написано, говорит, во второй главе Пергамской церкви Он сказал такие слова, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я, говорит Господь, ненавижу». Очень часто за такими проповедниками, которых не видно, Духа Христова стоит вот это учение, которое Бог ненавидит, которое развращает народ Божий, уводит его от Божьего присутствия, от Царствия Божьего, которое подводит замену душевности, духовности. Сегодня, к сожалению, в некоторых церквях нет молитвенной жизни. Почему? Потому что музыки нету, например, и народ молиться не может. Им нужен фон, который делает для того, чтобы церковь могла молиться. Фон кто делает? Человек. Музыка что? Это духовная? Нет, это душевная составляющая. И сегодня вот потихоньку хочет враг внести какую-то сумятицу в стан Божьего народа. А Бог говорит: ненавижу. Как-то в одной церкви, тоже многочисленная церковь, и есть вещание интернету, одного брата спрашивает: а что ты посещаешь эту церковь? А говорит: так у вас проповедуешь, весь мир посмотрит. А мотивация твоих туда проповедей? Чего ты делаешь? А Бог внимательно наблюдает за каждым из нас. Внимательно смотрит. Идоложертвенное. Совсем недавно, слышал, такие вопросы, люди стали любить отдыхать, народ верующий. Винца попивать на отдыхе. Эксклюзив, все бесплатно, и вино тоже. А потом ты приезжаешь, а Бог говорит: пьяница. Ты причащался в не той чаще, ты идоложертвенное принимал. Не тому посвященное было время. Буду действовать. Когда я был совсем молодым, еще не верующий, молодые семьи пользовались услугами нехороших интернет-провайдеров, потом в своей семье практиковали. Кто чему что учит? А Священное Писание говорит: ненавижу эти дела и эти поступки. Бог говорит: ненавижу, Бог свят и всемогущ. И Писание говорит, что к Нему туда ничто не будет преданной мерзости и лжи. Нам так иногда хочется Бога видеть, каким нам хочется, добренький такой, хорошенький такой, все прощающий. Но если ты знал, делал, вопреки Священному Писанию, Писание говорит, некое страшное ожидание суда и огня ожидает противящихся. Мы ходим перед таким Богом. Я очень благодарен Господу, что у Него сердце любящее миловать. Я очень благодарен Богу, что Он каждого желает спасти, ввести в святые небеса. Но я хочу, чтобы мы были стоять на том камне учения, который оставил для нас, и были бодрствующими в своем хождении перед Ним. Мы живем среди зла. Царствие Божие есть только внутри нас. Не будет Царствия Божия ни в государствах, ни в странах, нигде не будет Его. Некогда христианские страны развращаются с геометрической прогрессией, содомия льется полным ходом. Мы не найдем на земле Царствие Божье. Но если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, то тогда Бог говорит, есть тот, кого ты должен быть, слушаться и быть ему послушным. Как часто иногда люди говорят, создадут план своей жизни. Господи, вот это так, вот это так, вот это, Господи, утверди. Неправильно. Надо говорить: Господи, каков Твой план, и я с Ним соглашусь. Вот это в сердце верующего человека. А очень часто мы набросали Богу Божию вот это, а Ты подпиши, пожалуйста. Нет. Служение Богу совсем не такое. Служение Богу: Господи, как хочешь Ты, а я готов с этим соглашаться. И сегодня Господь направляет мое и ваше сердце к полному послушанию Его святому Слову, чтобы нам было хорошо. Апостолы Павел и Сила, молясь, воспевали в темнице. Они исполнили волю Божию, и воле Божией было пострадать.
Воля Божия была, чтобы их побили. Это была воля Божия, чтобы они были в темнице. И Дух Святой, видя, что сердца их не огорченные, они молились, прославляли Бога, снизошла благодать, они исполнились силой Божьего Духа. Оковы пали. Дорогие братья и сестры, сколько сегодня оков на сердцах людских? Сколько плача в этих темницах и не могут выйти? Почему? А нету благодарности Богу. Не согласны с Божьим планом. Свои планы рисуют, свои намерения. А Бог говорит, у меня есть план, чтобы ты мог радоваться, и чтобы в конце ты мог выйти, и с почестью приняли тебя, чтобы кто-то еще мог спастись и наследовать жизнь вечную. Благодарение всемогущему и сильному Богу. Дорогие братья и сестры, я хочу свое и ваше внимание обращать на это. Есть то, что Бог ненавидит. С тем Он никогда не согласится. Он никогда не со злом не согласится. Справедлив ты или несправедлив, но если есть зло, Бог не на твоей стороне. Не на твоей стороне Бог. Бог говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Без кротков и смиренного сердца невозможно войти в Царствие Божье. Невозможно исполниться Духом Святым. Не получится этого. Бог только таких будет забирать на небо. Бог только на таких изливает Дух Святой. Только в таких сердцах Дух Святой имеет полноту свободы, кто кроток и смирен. Кого Господь наказал, и он говорит, да, Господи, достоин. Несовершен, Господи, достоин. Благодарю тебя, ты прикоснулся, чтобы там не наказывать. Кого-то где-то огорчили, а он говорит, да, Господи, правильно, так оно и есть. Обошли в чем-то, обступили. Но Бог-то наблюдает все. И Писание говорит, что без Его воли волос не падает. Без Его воли ничего в нашей жизни не происходит. Но если ты не любишь молиться. Однажды мне Господь сказал, такие слова были в моей жизни, говорит, иди работай, по молитвам благословлю. По молитвам благословлю. Наш труд. Наш труд. Дорогие братья и сестры, наш труд – это не прийти в церковь посидеть здесь. Наш труд – это молитвенные отношения с Богом, чтобы по благословению Господню что-то приходило в жизнь. Если ты мало молишься, больше трудностей, больше плоть восстает. Живешь по плоти. А помните, Священное Писание говорит – живущие по плоти Богу угодить не могут. Все. Хоть ты будешь тут петь, хоть я буду тут проповедовать, если это будет по плоти, не надо Богу такое служение. Он нелицеприятен. И сегодня я хочу помолиться вместе с вами, чтобы Господь благословил нас, чтобы Бог коснулся каждого нашего сердца, чтобы мы посмотрели на свое основание и на свой характер, что в нем больше проявляется. Борюсь ли я с чем-то, или я говорю, Господи, нормально, у меня все хорошо. Или я говорю, Господи, я хочу, чтобы я хочу ненавидеть то, что ненавидишь ты. Господи, я хочу иметь твои взгляды и твое понимание. Я хочу жить в Царстве Твоем Небесном. Я хочу исполняться силой Духа Святого и не ходить в уныние, в разочарование. Сколько сегодня, как никогда сегодня, как люди придут на молитву, отверженность, отверженность, депрессия, христианин в депрессии. Христианин в депрессии. Когда такое было? У тебя Бог есть. Тебе Господь грехи простил. Для тебя небеса открыты. Царь царей, твой лучший друг. А у него депрессия. Что-то произошло неправильно в жизни человека. Апостол Павел сказал такие слова для меня. Жизнь Христос и смерть приобретение. А другие говорят, Господи, еще бы пожить за 19. Господи, еще бы послужить Тебе. Господи, а как Ты послужишь? Надо было в молодость служить, полный, когда сил и здоровья был. Надо было идти и служить. А когда уже стала возможность, пред Богом надо стать. А принести нечего, оказывается. Всю жизнь для себя жил, для своих прихотей, по своим желаниям, по своим плотским помышлениям. Уже, Господи, дай годик еще. А Бог милостив, и потому милует, и дает, и прощает.
Его задача, Его цель – каждому из нас ввести домой. Каждого из нас, никого не потерять. И сегодня, возможно, это слово немножко строгое, но это через любовь Божью никого не потерять. Всех вести. Дорогая Церковь Господня, Он на кресте висел за всех нас. Он на кресте висел и нас призвал и спас, и знал, что будут ошибки и будут падения. Он уже знал, но дал покаяние. Это работа над каждым из нас, нашей жизни. И потому давайте быть Ему послушны. Давайте будем склоняться, предлагать, Господи, как хочешь Ты. И нам будет хорошо. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя, мой Бог, аллилуйя Тебе. Отец наш, мы благодарны Тебе, Господи Боже мой, за эту великую милость, которую Ты даруешь для каждого из нас, Господь, слава Тебе. Я благодарен Тебе, мой Бог, Господи Боже мой, что можно открывать Тебе свои сердца, мой Бог, Господи Боже мой. И сегодня мы, Господь и Бог мой, мы, Господи, молились Тебе и не по обряду, и не по обычаю, Господи Боже мой, но сегодня каждый из нас просматривал свое сердце, Господи Боже мой, и я прошу Тебя, Ты прости нас, прости меня, прости народ, Господи Боже мой, прости, говорит, Господи, если допускали в жизни то, что Ты ненавидишь, Господи Боже мой, где огорчали Дух Святой, где двигались свои гордости, Господи, в нем
ненужных словах, Господи Боже мой, где, Господи, не соглашались принимать Твое обличение в своей жизни, Господи Боже мой, но были упрямы и упарты, Господи Боже мой, прости. И сегодня, Господи, великая милость Твоя простерта на этом месте. Я благодарен Тебе за силу Твоей святой крови. Я благодарен Тебе за то прощение, которое Ты подаешь своему народу. Слава Тебе и благодарение, Господи, милосердный крови Талерменес. Во имя Иисуса мы, Господи Боже мой, да будь сегодня на этом месте раздушены всякие обиды, Господи Боже мой, и всякое непрощение, Господи Боже мой, и всякие злые слова, да, Господи, да будут покрыты кровью Твоей святой, Господи Боже, а может быть кто-то сегодня и на этом месте вспомнил какие-то обиды, Господи Боже мой, то дай ему силы и мудрости подойти и попросить прощения, пойти и примириться, Господи Боже мой, крови Талерменес, ибо мы Твой народ, ибо мы Твоя церковь, Господи Боже мой, и желание Твое, Владыка, Господи Боже сил, чтобы любовь Твоя была наполнять наши сердца, Господи Боже мой, чтобы могли исполнять с Духом Святым, Господи, радоваться пред Тобою, чтобы могли принимать друг друга такими, какими, потому что, Господь, Ты нас принял. Слава Тебе и благодарение, и во имя Иисуса благослови Твое наследие, наполни Твоей благодатью, Господи Боже мой, чтобы пели в сердцах, чтобы молились искренне, чтобы проповедовали от Духа Твоего, Владыка, благослови наследие, Господи Боже мой, и Ты ненавидишь, мой Бог, это учение Николаитов, Боже, милосердный и сильный, сохрани нашу церковь, сохрани народ Твой от всякого мирского проникновения, сохрани от лжеучителей, ибо так часто, мой Бог, за этими новыми учителями стоят финансы, Господи Боже мой, ну дай милости и страх Твой, и трепет пред Тобой держаться евангельского, библейского учения, во имя Иисуса Христа наполни Твоей благодатью, мы благодарны Тебе за этот воскресный день, Господи, милосердный, веди нас Твоим путем, путем очищения, и пускай всегда, мой Бог, Господи Боже мой, очи наши будут подняты к небесам, пускай сердца всегда будут пролеплены к Тебе, пускай желание сердца, Господи, домой хочу, крови Талерменес, будет в каждом нашем сердце, Господи милосердный, а Ты знаешь, как нас спасти, а Ты знаешь, как нас довести домой, слава Тебе и благодарение, Боже милосердный, наполни Твою благодатью, наполни Твою милостью, и пускай, Господи Боже мой, в нашем сердце будет положено такое слово, Господи, быть послушным Тебе, чтобы нам было хорошо, чтобы исполняться Духом Святым, чтобы, Господи Боже мой, радость быть спасенным, и чтобы еще многие-многие могли спасти живущие в этом зле, в злом этом мире, Господи сил, благодарны Тебе за все, в руки Твои доверяемся, Тебе слава, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Аминь.